Вы должны решить ряд головоломок, которые есть внутри этой комнаты. Их там очень много. Какие-то из них выведут вас из комнаты, какие-то из них являются тупиковыми. Перед началом игры краткий инструктаж, правил и немного советов. По легенде, участники являются судьями важного хоккейного матча, которых заперли в комнате. Матч начинается через час. Чтобы не сорвать важнейшую игру, нужно постараться выбраться из комнаты. Участники зашли в игровую зону, двери закрылись. Времени на игру всего час, поэтому подсказки надо найти поскорее. Все, что есть в комнате, вам этого достаточно для того, чтобы выйти из комнаты. Вам нужна только голова, смекалка, ум, возможность строить логические связи и предметы, которые есть в комнате. Каждая мелочь может приблизить участников к выходу, но не все так просто, как кажется. Памятка судейская, так. Что с ней делать? Все, не знаю, сейчас мы выясним. Подсказки ищут везде, некоторых не смущает даже мусорное ведро. Важна каждая бумажка. На любом предмете может оказаться, например, код от замка. Под замком следующая загадка и далее новые поиски. Все задания так или иначе касаются спорта. Количество участников до 4 человек, но чем больше, тем лучше. Участники должны отгадать несколько головоломок. В безвыходной ситуации могут обратиться за подсказкой. Организаторы пристально следят за ходом игры с помощью камер. Уважаемые друзья! До начала матча остается 50 минут. Обратите внимание, уважаемые арбитры, что важнейшей информацией в протоколе матча являются лучшие игроки сезона. Сегодняшним участникам удалось решить все загадки и спасти важнейший матч. Признаются, несмотря на опыт участия в подобных играх, было не так легко, как думали. У Сочи как раз таки этих квестов не хватало, потому что Олимпиаду провели, вот какого-то адреналина уже, да, вот. И вот решили провести так выходные, прийти. Самое главное, что мы выбрались. Это замечательно. И пришли вот на первое задание посмотреть свои силы. Тематические квесты набирают популярность по всей стране. В Сочи он пока только один. Тематика, конечно же, спортивная. Участники игры могут ощутить себя спасителями хоккейного матча между Россией и США. Как обещают организаторы, уже скоро появится новый квест. Участники смогут ощутить себя спасителями одной из кёрлинг-команд. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.